Меня зовут Абдулла Исат Дурмазер. Я студент второго курса кафедры строительной инженерии университета Гази Осман Паша города Такат. Гражданское строительство является базовой инженерной отраслью, которая занимается планами, проектами, строительством и проверкой конструкций с использованием наилучших материалов и методов. Наша кафедра расположена в кампусе Тышлычевтлик, который является центральным кампусом университета Гази Осман Паша города Такат. На кафедре, помимо базовых курсов, в первый год преподаются курсы по рисованию и введению в инженерное дело. На втором и третьем курсах дополнительно к основным инженерным курсам преподаются элективные курсы. Дипломные работы и курсы по выбранным нами направлениям проводятся на четвертом курсе. На кафедре имеется две лаборатории, одна из них по строительным и конструкционным материалам, другая – транспортно-геотехническая лаборатория. В этих лабораториях обучаются испытаниям, которые должны знать инженеры-строители. В рамках сегодняшней образовательной программы на нашей кафедре проводятся две стажировки. Одна из этих стажировок проходит на втором курсе, а другая на третьем. В дополнение к этому, для того, чтобы закончить четвертый курс, требуется дипломная работа. В рамках дипломной работы мы проводим исследования совместно с нашими преподавателями. После окончания обучения мы работаем инженерами-строителями во всех государственных учреждениях и организациях. Помимо этого мы можем создавать собственные предприятия, а также предоставлять консультационные и подрядные услуги. Я выбрал данное направление, потому что в моей семье есть родственники, которые занимаются строительными работами, и я считаю, что данная профессия привлекает мое внимание. Когда я занимался исследованием гражданского строительства в период выбора направления для получения образования, я узнал, что в моем родном городе есть кафедра строительной инженерии, и поскольку я увидел, что предоставляется хорошее образование, я предпочел университет Гази Осман Паша города Такат. Я думаю о том, чтобы продвигаться в соответствии со своими карьерными целями, продолжая обучение в магистратуре. Если вы хотите получить хорошее образование в области гражданского строительства в близком контакте с преподавателями, мы ждем вас в университете Гази Осман Паша города Такат. Удачи всем, кто будет сдавать экзамен.